Саха Якутия, Тувшин Тулга Туменбелек, Монголия. Красном трибу Николай Сиф, Республика Саха Якутия. Синим трибу Памир Кишинимаев, Республика Бурятия. Тувшин Тулга Туменбелек, Монголия. Устное предупреждение Николая Сисева. Чисто техническую победу одержал Альберт Тума. Тыва. A mat B with a clear technical advantage. The victor was won by Albert Tumat, Republic of Tuva. На ковре Б борьба в 1/4 финала весовой категории до 92 килограммов. Приглашается Степан Иванов, Республика Саха-Якутия. Кирилл Эфитуев, Республика Бурятия. Мэтт Би стартует квартфинал. Весовая категория 92 килограмма. Степан Иванов, Республика Саха-Якутия. Кирилл Архитуев, Республика Бурятия. Период со счетом 3-2. Напоминаю, выигрывает Тамир Женимаев. Промокаскали.
вот так, все, 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 На ковре весовой категории до 74 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Николай Сипченко, кандидат мастера спорта, борьбой занимается 12 лет, под руководством Николая Сипченко Егора Старостина. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, Тамир Ишинимаев. Спортсмену 19 лет, студент Бурятского государственного университета, мастер спорта. Борьбой занимается 10 лет. Тренеры Маесхолодов, Базаров, Цепилов. Тамир Ишинимаев, бронзовый призер первенства Европы 2024 года. Победитель первенства России 2024 года. Двукратный победитель международного турнира памяти Романа Дмитриева 2023-2024 годов. Ковер С. Усадите, усадите! Усадите! Вот так! Сюда, сюда, сюда! Турба, турба, хантер, хантер, я мусорус! Турба, хантер, я ману! Во! На ковре Б чистый победу одержал Кирилл Эркитуев, Бурятия. On mat B, with a clear technical advantage, the victory was won by Кирилл Эркитуев, Republic of Бурятия. На ковре Б борьба в 1/4 финала весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Виктор Рассадин, Таджикистан, Иннокентий Бабаранов, Республика Саха-Якутия. Мэтт Б, стартинг баунс, квартфинал, вейт категории 74 килограмм. Requested Виктор Рассадин, Таджикистан, Иннокентий Бабаранов, Republic of Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма Александр Авилов, Баир Баяндуев.